Валюша, начали? Сейчас я скажу, когда начали. Значит, Только на меня ноль внимания. Вот. Вы один среди своих работ. Только мне не кивайте. Так, посмотрели теперь на портрет вашей жены. Вот так. Поправили. Нет, все, стоп, плохо. Скажу. Мама? Скажи что-нибудь туда. Тоже, пожалуйста, сегодня число просто назовите. Я вопрос. Говорю спасибо большое за то, что ты приехал. Здесь, да. Хорошо. А сегодня 18 марта. Да. 18 марта. День открытия бабины выставки. Улыбайся. Ты один и картин, никого нет. Тихо, встань. Поправьте подключение. Аккуратненько, нежно. Вот так. Все, теперь на лице. Вот посмотрите, так ли вы остановились головой. Вот, Валюшка, и больше на его лицо. Тут за метражом следишь? Еще на смотрите. Посмотрите, спокойно, посмотрите, хорошо. Не трогайте. Вот так. Еще посмотрите на этот вот такой. Да, вот на этот. Thank you.
знаешь, что у меня будет спокойный, хороший художник, спокойный. Андрюшка Макарь, знаешь, Вячеслав, вот почему он сделал желтое лицо и такие серые руки? Знаешь, тут совсем по другому принципу приходится работать. Лицо — это душа. Руки можно отрезать, человек живет. Если я делаю так, одно нужно было максимально натурнее, чтобы нигде не было замордованного тела. Знаешь, как вот у Гирьки, знаешь, одноглазый. Это очень тяжело смотреть. А чтобы было только замордованные души. Это я специально делал. Серые. Это уже потусторонний мир. Они уже для людей, они покойники. Они никогда не выйдут. Они еще живы, они уже умерли. Она живая, поэтому даже желтый, даже серый. Тут совершенно другая логика. Правильно, никак на то. Духовная логика. Тяжко это было делать, конечно. Все головы и друга было. Спасибо.
Там на 2 часа, снял все минут на 20. Хватит.